Проповедник Игла. Проповедник яростный и жгучий. Правду поднимающий на щит. Ереси любой развеет тучи. И каким бы ни был лгун могучим, из патриархии обличит. Зал, где его пламенные речи, можно слышать, не бывает пуст. Кто бывал и будет с ним на встрече, непременно скажет Златоуст. В обстановке светлого покоя проповедь проходит всякий раз, и текут из уст его рекою притча, стих, молитва и рассказ. Лишь Господь один ему указник, всем любовь внушающий и страх. Будет жизнь ему великий праздник. Остальное — тление и прах. Проповедь его неотразима. Истиною дышит и живет. Нет в ней слов, летящих цели мимо. Все в разящий пущенный полет. Сам же испытавший ад ГУЛАГа. Он на мир отнюдь не обозлен. И, как видим, даже счел за благо претерпеть свои мытарства он. Пламенем пылает, а не тлеет. В этом человеке ум и честь. Что-то он от Никона имеет. И от Аввакума много есть. В обличении нравов он неистов. И державных не боясь, чинуш. Раскрывает бредни атеистов. Мерзкие деяния коммунистов и марксистско-ленинскую чушь. Мне трудно дать его портрет. Подобен он волшебной лампе, что гонит тьму, являясь свет. Игнатий Тихонович Лапкин. Автор стихотворения «Рогов» Владимир Егорович. Февраль 2000 год. И было слово Господне ко мне. Что ты видишь, Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне: ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Это единственное растение, которое особо выделено в Библии. И она говорит о воскресении из мертвых. Я попрошу благословения, Владыка, Марейка, настанем здесь. Что за растение? Единственное растение, которое говорит о воскресении из мертвых. Я вам подарю. Вы можете его поставить потом. Оно цветет несколько дней. И у меня во дворе растет. И только-только расцвело, я скорее отломил. Батюшка, юноши, подайте. Один в этот большой вам. Итак, миндаль зацветет, мы воскреснем. И далее, на миндальное смотрение зачинал скот, благословение, мертвое воскрешает. Итак, как глянете, у вас там вкус один растет, и скажите: Господи, я хочу быть зацветшим миндалем, когда все прекратится, цепочка оборвется. Какая цепочка? А жизненный круг. Мы каждый год встречаемся с той датой, когда умрем. И в этот день что-то у нас есть необычное, а мы не можем. Вот каждый раз что-то как тоска какая-то нашла, а бывает, сам не знаю куда. Это та дата, когда ты умрешь. И ангел предупреждает: будь готов. Сегодня у нас одна дата написана, будет тире и вторая дата. Все закончилось. С чем мы явимся? Нас Бог свел. У нас не было ни одного дня, чтобы мы вас не поминали, Владыка. Вы знаете, что нас только смерть может разлучить, да и то не надо. На время. Но о воспоминаниях мы всегда. Мы воспоминания всегда вместе. Да, спаси Христос. Поэтому не унывайте. Не впадайте в никакую панику, ничего. Живите той жизнью, которой жили. Какие страхи, когда с нами Господь. Люди приходят и находят Господа Бога.
Вот у меня самая большая, считает, ошибка, что всех приходящих людей, сектантов, от мусульман, евреев, всех направляем в Московскую патриархию. А вы же, а почему сами туда не идете? У нас же имидж свой. Нас сразу, говорит, сцепят, голову подворачивают. А вот в таком состоянии мы находимся. У нас нету ни против, ничего. Мы желаем, чтобы все цвело и радовалось. Ибо велик Господь. И у Бога не все одинаковое. Каждое растение по-своему цветет. Каждая птичка поет по-своему. И каждое насекомое по-своему нужно. Так, Владыка, вы мне наставление какое-то дайте. Итак, близок Господь к сокрушенным сердцам. И эта скорбь наша, она дает радость, что это мы получили от Бога. Умеем сочувствовать, скорбеть, любить. Это от Него, от нашего любящего Господа. Да, Господь дал вам золотые уста благовестника. Дай Бог, чтобы они не затворялись долго. Ну, до самого дня, который он определил нам всем выйти из этого мира. Так что я вам благодарен и преподаю вам Божие благословение. Спасибо, Христос. Мы сейчас стоя встанем, попросим брата сфотографировать. Так, захватим все картинки. Так. Ты где там? О, здесь. Слава Иисусу Христу! Дарите славу Богу! Спаси Христос!